Сегодня традиционный день молодежи в рамках международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Сегодня в Витебске в рамках Дня молодежи на Славянском базаре проходит 5-й этап открытого чемпионата «Беларусь Скейтборд Челлендж». Стало хорошей традицией каждый год в рамках международного фестиваля «Славянский базар» в Витебске проводить открытое первенство области по баскетболу 3x3. У нас происходит мини-контест в рамках молодежного фестиваля. Мы проводим мини-соревнования по различным дисциплинам, таким как прыжки в длину, прыжки в высоту с трамплина, слалом. Это все на роликах? Да, конечно. И на главной площадке идет конкурс «Огонь танца», куда приехали все лучшие коллективы Республики Беларусь. Битва диджеев, где будут сражаться лучшие диджеи республики. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.